Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про австралийского хилера. Сообразительность, преданность своему хозяину и выносливость – таковы отличительные качества австралийского хиллера. Эта порода собак была выведена в 19 веке для помощи пастухам в перегоне овец и коров. Сегодня этих животных можно встретить как в качестве рабочих собак, так и в качестве домашних любимцев. Собака рабочая, собака активная, собака очень настроена на владельца, то есть очень, чересчур. Собака будет постоянно с вами, постоянно в вас. То есть ей надо постоянно с вами взаимодействовать, что-то делать. Она, если активность очень высокая прыгучесть, то есть, соответственно, если вы не занимаете свою собаку, она занимает себя сама. И не так, как вам хотелось бы. Австралийский хиллер – собака средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 43 до 51 сантиметра, а вес, как правило, колеблется от 16 до 20 килограммов. Шерсть у этих собак гладкая, двойная, с коротким густым подшерстком. Австралийским хиллерам необходима ранняя социализация и воспитание с самого детства. Только в таком случае щенок вырастет неагрессивную собаку, которая сможет ужиться с другими домашними животными и поладить с детьми. Хиллер требует ранней социализации, то есть так как, ну, особенности, может быть, это особенности породы, может быть, особенности определенных собак, то есть они могут быть несколько диковаты, то есть недотроги, недоверчивые, это по стандарту недоверчивость к людям, не в виде агрессии, а просто она не дается чужим людям, то есть отдельно. К этому надо приучать с детства. Амели, вот. Ну, опять же, мне с этим, ну, вот как-то повезло, я ее взяла шестимесячную из питомника, ну, грубо говоря, из вольера, у меня проблем нет. То есть она нормально, она общается с людьми с удовольствием, но не потому, что ей люди нравятся. Она знает, что мне нравится, что она общается с людьми. Поэтому она, чтобы получить похвалу от меня, она пристает к людям. При уходе за австралийским хиллером особенное внимание стоит уделять постоянным физическим нагрузкам. Представителям породы требуются ежедневные активные длительные прогулки. Кроме этого, при содержании австралийского хиллера необходимо следить за состоянием шерсти, ушей, глаз и зубов животного. Шерсть дикого типа, то есть два раза в год линяет, все остальное время может жить на улице совершенно спокойно. То есть они прекрасно переносят жару. Прекрасно переносят, ну, здоровые собаки, да, как бы, прекрасно переносят холод. То есть я, ну, вот с ней не заморачиваюсь. Вот, в любую температуру я взяла, мы пошли. Она может целый день гулять. Вот, не устает. Они очень выносливые. Средняя продолжительность жизни собак породы австралийский хиллер составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!